Делюсь простым, но интересным способом приготовления лапши в азиатском стиле. Ореховый соус придает блюду нежную сливочную консистенцию и яркий вкус. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лапшу с ореховым соусом. Арахисовую пасту можно заменить любой ореховой пастой, которая вам нравится. Главное, чтобы в ее составе не было ничего, кроме соли. Либо можно взять аналогичное количество орехов и измельчить их со всеми указанными в рецепте ингредиентами. Вместо пшеничной лапши можно взять рисовую. Такая лапша будет хороша как самостоятельное блюдо, и как гарнир. Готовится все очень быстро, так что берите на заметку. Лапша пшеничная, 125 грамм. Арахисовая паста, 60 грамм. Соевый соус, 20-30 мл. Вода, 30 мл. Имбирь свежий, 5 грамм. Чеснок, 1-2 зубчиков. Сироп топинамбура, 1/2 столовые ложки. Мисопаста, 1/2 чайных ложки. Лайм 1/4 штуки. Морковь 1 штука. Петрушка 1/4 пучка. Количество порций 1. Подготовьте все ингредиенты. Лапшу отварите по инструкции. Для соуса взбейте арахисовую пасту с водой, сиропом топинамбура, соком лайма, чесноком, имбирем и пастой мисо до однородной консистенции. Морковь натрите на терке для корейской моркови. Обжарьте морковь на среднем огне до мягкости. Лапшу смешайте с ореховым соусом. Петрушку крупно порубите. Соедините с морковью на сковороде и пару минут потушите все вместе. Лапша с ореховым соусом готова, приятного аппетита!